Всем привет, меня зовут Александр. Сегодня 28 число, время пол второго ночи. Я приехал домой. Сейчас вы будете смотреть, как я отработал этот день. Сразу скажу, хреново. Но почему хреново, расскажу в конце этого ролика. Приятного просмотра. Прилетел заказ, вылазит комментарий, прикурить авто. Ну, что-то как-то так себе. У меня, конечно, есть провода. Но что-то я не хочу рисковать. Наконец-таки, спустя очень дохера времени прилетел первый заказ. Ну, как первый? Первый заказ прилетел прикурить тачку. Естественно, я не стал прикуривать. Да не пищи, сейчас я пристегнусь. Ну, ё-моё. Поэтому, так скажем, первый заказ... По комфорт плюсу, КФ плюс 160. Едем. 26 минут, комфорт плюс. 492 рубля, это еще с КФом. 160 рублей. Так, а сейчас вот ставим домой. И едем домой. Вот еще один из минусов того, что я не знаю город. Сука, пора уже выучить, что Октябрьская магистраль это нихера не... в сторону моего дома. Пришел заказ, короче, который я сейчас буду отменять. Это дичь полнейшая. А это уже заказ в сторону дома более-менее адекватный прилетел, до Калинина. О, мне вернули активность за заказ, который прилетел хер знает куда, вообще в обратную сторону по кнопке домой. После поисков собаки, после всякой ерунды прилетел первый заказ. Комфорт плюс будет, блин, минималка. Ну, тут ехать сколько, 5 минут. Когда закрываешь такие заказы, даже пока плюсу 5-минутные, испытываешь кайф. Прилетел К-плюс с платной подачей, но я думаю, что меня даже не дождутся. А даже если дождутся, то ехать через весь город, я думаю, будет нормальная цена. Там недолгая поездка через весь город, платная подача, все не пустым ехать. Красивые домики, хороший район. 15 минут К-плюс через полгорода, 590 рублей. Пролетел заказ по К-плюсу. Сначала написали все нормально, а потом отменили заказ. Ну, вот теперь не все нормально, потому что я уже почти подъехал. Тот заказ отменили, прилетел новый, с кэфом побольше. И забирать, по-моему, даже поближе. Поэтому все хорошо, работаем. Хоть по какому-то тарифу заказы есть, и то радует. Но вообще, по-хорошему, наверное, сейчас стоит отключить Комфорт Плюс. Спрос есть, значит, должны быть заказы и по бизнесу. Ну, в теории, если я все правильно рассчитал. 9 минут, Комфорт Плюс, 377 рублей. Плюс 10 минут, 282 рубля. Тем временем прилетел заказ по К-плюсу. Коротенькая поездочка будет. 7 минут, хотя заказ прилетел с кэфом. Почему он здесь не учитан, непонятно. Самолетик не сработал, и поэтому на этом заказе я уже не вижу, куда я поеду. Но утешает одно то, что кэф плюс 160. 23 минуты, 24, комфорт плюс, 490 рублей. 13 минут, К плюс, 246 рублей. Напомню, время у нас пол второго ночи, я приехал домой, сделал я сегодня 9 заказов, и суммарно на линии я провел порядка 9 часов. И это один заказ в час. Это настолько все печально, это настолько плохо, что, ну, это очень плохо. Я даже не знаю, что сказать еще добавить, да. И если я сейчас назову сумму, сколько я заработал, грязными, а если еще скажу, сколько чистыми, то это будет вообще печально. И суммарно, наверное, я заработал меньше
полтора, ну, может быть, 1500. Я заправился на 1000, и комиссия Яндекса порядка 400-500 рублей получилась. Стоило ли вообще работать за, так, за 1500 сегодня? Я думаю, что нет. Плюс на бенз еще ушло порядка 500-600 рублей, если вот так посмотреть, да? А, ну, типа, окей, я вышел, да, уже заправки. Но все равно, полторашка чистая. 9 часов на линии. Ни одного заказа по бизнесу не было вообще. И я практически... Ну, было пару минималок по Комфорт Плюсу, но, типа, были и дороже заказы. Просто-напросто очень много простоя. Даже по Комфорт Плюсу стоять очень много. Это какая-то нереальная жесть творится. Где заказы? Я вообще не представляю, как катают люди, которые катают чисто один бизнес. Вы на что живете? В общем, какая-то дичь творится непонятная. Я пошел спать. Буду что-то думать, как поднять бабла. Пока.